Двигаться в интернет. С порога заявляет современная молодежь, давая советы о развитии городского ТВ. Пятиклассники второй школы пришли на экскурсию на Ивантеевское телевидение в рамках профориентации и Дня труда. Выбор профессии разнообразен. Свою работу показывают режиссеры видеомонтажа, операторы, редакторы. Баран-буян залез в бурьян. Скороговорки – это тоже профессиональная. Предэфирная подготовка. Сегодня ребята пробуют себя в качестве телевизионных ведущих. А теперь к новостям Ивантеевской школы номер 2. Учащиеся нашей школы... Смельчаков двое. Алексей мечтает о ведении собственного блога в интернете. Попробовав себя ведущим, делает выводы. Голос, и чтобы тебя слышали. Ну и главное – смотреть всегда на камеру, иначе, если куда-то посмотришь, то... Не будет интересно смотреть такие новости. И главное, рассказывать очень интересно. Матвей собирается стать бизнесменом. Работу на ТВ оценивает как с точки зрения экономики, так и творчества, как непростую. Да, думаю, сложно. Почему? Ну, я понял сегодня. Тоже так делал и понял, то, что сложно. С юбилеем поздравляем наше телевидение. Всего лучшего желаем, вы просто удивительны. В честь 25-летия телекомпании дети сочинили поздравительные стихи, а также презентуют нам рисунки и уникальную камеру со встроенным штативом, с объективом от упаковки творожка. Давай, ну показывай, что она умеет, как ей пользоваться у нас. Также школьники побывали в ретро-студии Ивантеевского телевидения, узнали, какой путь прошла телекомпания от истоков до наших дней и получили подарки от ивантеевских кабельных сетей.